23, this is Hitman 22, over. Слышно? Глоб на КВ. На КВ? Проверочка. Проверка связи. Кому надо, набирайте, чего? Слимка на КВ. Да-да-да, слышно. Потому что гранатометчика был такой слот, нет. На точке нам ставить, куда ехать-то вообще не пойму. Гранатометчика здесь. Скинь, пожалуйста, в этот зеленый ящик снаряды и рюкзак. Умеешь скидывать? Дмитрий, давай после фута да. Я тебе отдам. И GPS, и карту, чтобы не перепутать. Там можно... Ладно, карта у меня есть. Где Форест? А, у тебя есть карта? Давай, это на себе сюда. Кто там командир звал? Форест, а куда ехать? Дельтица? А, выбираем. Сейчас, подожди, мне надо крыса спросить, где он. Где помощник пулеметчика? Слышно, слышно, тем слышно. Ах ты уродец, опять ты натянул свою эту страшную маску. Эти уродские очки. Какая у нас техника, на чем мы едем? В этой версии. Он самый грозный из всех. Дима, надо согласен. Будешь платить, как все платят. Давай, давай. Короче, быстро делаем перекличку, потом объясню задачу. Так, а вот на связи? На связи. Зубан. На связи. Логик. Связи. Стрелок. На связи. На связи. Авери. Авери на связи. Дмитрий. На связи. Стрелок. Что? Авери. Не слышал на КВ. Я на КВ. Когда все говоришь, видно. Ты начинай сначала нажимай кнопку, потом говори. Танчик, классно. Когда ты говоришь, ты потом нажимаешь кнопку. Хорошо. И ник непонятно какой. Че, на бетер? Че, уставились? Быстро в бетер сели, иначе расстреляем. Не злись ты так. Поставь точки движения. Сейчас. Форест достаточно меток для поворотов и все.
карты нету, еще бомж. О, ужас. Да. У кого еще тут карты нет? У меня нету. Ну, блин. Блять, у меня карты нет. Ну. Но... Печально. Без карты. Ты на таком сотне. Ты на таком сотне стоишь, значит, который без карты. Я тебе дам карту. Дай мне карту. Проходи. В инвентарь скинь, я с инвентаря заберу. Забирай ее быстрее тут. Где в инвентаре? В снаряжении. Гоу-гоу-гоу-гоу. Блять, я не пойму, GPS не работает. Ты шо, американец? Ты должен высунуться, открыть окно и проветрить. Что на войне? А что за работа? Рули, рули, не, не работает. Это что, по гражданке тебе будет? Говорите, куда ехать. Боже, ты говори, ты едешь на юг, а потом налево. Вернешь налево. На дороге. Ой-ой-ой. О боже. Какой водитель. Водила. Водила. Тихо-тихо. Спидрейсер. Такого же мехвода. Ла-ла. Тур. Что, сломалось? Куда? Кричи. Вау. Тиу. Нанай-най. Я же говорю, ребят, я же говорю. Ты что, снимаешь? Через 5 минут ты закончишь. Первый. Норм музыка. Самый южный. Кто? Где Любэ? Так это я лучше. Какое-то говно включаете, а нормального нет. Да нормально все. А кто включал, кстати? Лес рук.
Лесрук, да. Лесрук? Хоть на самолетике посмотрим. Ой-ой-ой. Там что, палец? А там воздушный бой. Смотри, что там летит? Труп какой-то. О, пчелы, пожарные. Их не пристает. Того они не жалят, тому приносят мёд. Направо срезай. Направо, где заезжай? Право. Айвер, снаряжение, забери GPS и карту. У меня есть карта и... А, нет, подожди. Как прятать оружие? Два раза контрол левый. Что? Два раза левый контрол. Он не спрячет, а... Ну, опустит. Да. Опустит, да. Я буду, спасибо. Спасибо. А убрать ты можешь его на спину, если у тебя сзади ничего не висит. Окей, спасибо. Сейчас двигаемся на юг все.
80-90 там. Костян, выкуп для него. Никого не вижу. Да ладно, трассера 220-200. Я точно готов 120. Дмитрий, я не 180, не 220 не вижу, но встань уже как-нибудь удобно. 220, кромка леса темная, не желтая. Из-за елок не вижу ничего. А, слушай, юго-восточная, у тебя есть полянка, может на нее выпуститься. Стоп. Вот, стрельба идет. Отходим в обратную сторону, отходим назад. Форку обратно. Да, назад отходим, забыл. Тогда обойдем. Ну-ка выкатись, чтобы я видел, откуда трассера летят, и отработал туда. Ничего не вижу, куда мы едем. Нет. Выше, повыше, не-не-не, слишком низко, там лес уже, я не вижу ничего. Повыше, на голую поляну, давай на восток выкатывайся. Сейчас за руку задержи меня, чтобы нас не поливали. Юго-восток, восток, я ничего не вижу, блин. Сто девяносто примерно и 200 азимут. Противник или... Thank you.
вроде да. Заебись. Да что за херня, ну... Но...